Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Будь поцелуев. Старшеклассница Эль – общительная, милая, но еще не испытавшая прелести поцелуев девушка. Ной, старший брат ее лучшего друга, дерзкий, ветреный, разбивший не одно девичье сердце. Решив однажды поучаствовать в будке поцелуев на осеннем карнавале, Эль даже представить не могла, что подарит свой первый поцелуй Ною, и ее жизнь изменится до неузнаваемости. Простушка. Качок, ботан, рокер, стерва. В каждой компании есть персонажи с такими кличками. Бьянка Пайпер не подозревает, как ее зовут за спиной. Подружки списывают у нее физику и берут ее с собой на тусовки, чтобы круче смотреться на ее фоне. Школьный плейбой Уэсли Раш открывает ей глаза на правду. Как Бьянке избавиться от позорного статуса, стать неотразимой и завоевать сердце первого красавца? Всем парням, которых я любила раньше, привычная жизнь Лары Джин переворачивается с ног на голову, когда все письма, которые написала своим возлюбленным, неожиданно попадают в руки к адресатам. Дымные девчонки. Проведя все свое детство в Африке со своими предками-зоологами, Кейди Хэрон решила, что знает все про правила «выживает сильнейший». Но закон джунглей полностью пересматривается, когда домашняя 15-летняя девушка в первый раз попадает в обычную школу и влюбляется в бывшего парня самой подлой девочки в школе. Бунтарка. Старшеклассница Тария приходится много преодолеть, чтобы побороть застенчивость и заявить о себе во весь голос. На первый взгляд она настоящая серая мышка, но в домашней радиостудии скромница, которая панически боится выступления у доски, превращается в звезду эфира. Стоит закрыться в своей комнате и надеть наушники, и она уже не тихоня, а возмутительница спокойствия, бунтарка. Фанаты на завтрак не остаются. После года, проведенного в США в качестве студентки по обмену, 17-летняя Лила возвращается домой в Германию, где влюбляется в привлекательного молодого человека по имени Криц. То, чего Лила изначально не знала, за год ее отсутствия в Германии появилась молодежная суперпопулярная группа, в одночасье добившаяся огромного успеха среди подростков. Слава группы еще не дошла до США, но в Германии они стали мегазвездами, а солистом группы как раз и является Криц. Когда Лила узнает об этом, трудности неизбежны. К тому же, Криц разделяет чувства Лилы к превеликому ужасу своего менеджера. По контракту Крицу запрещено иметь подружек, так это испортит его имидж одинокого красавчика. Есть ли шанс у любви Лилы и Крица? Статус обновлен. Мы оцениваем друг друга по количеству подписчиков и гоняемся за лайками, чтобы обрести популярность. Кайл живет точно так же, не выпуская из рук телефона, а из-под ног скейт. Неожиданно ему достается новый смартфон с уникальным приложением. Теперь любой опубликованный им пост воплощается в реальность. Счастливчик обретает даже больше, чем мог себе представить. Но быть в эпицентре мира оказывается не так легко. Совсем не Золушка. Фильм, снятый по роману писательницы Дженни Джеймс, расскажет новую историю современной Золушки. Инди Циммерман росла счастливой девочкой, окруженной заботой и теплом родной матери. Та растила дочку одна, однако делала для нее все. Но когда мама умирает, жизнь Инди превращается в сущий ад. Ее приемными родителями становятся родные тети с дядей, которые эксплуатируют девушку словно прислугу. Глупые сестрицы постоянно унижают и обижают Инди. У девушки нет своего личного пространства и простых радостей. Жизнь ее далека от совершенства юношеских забав. Но однажды героиня случайно знакомится с парнем Брайтоном. Сначала он кажется ей глупцом, но со временем девушка меняет свое мнение. Советы с того света. Сюжет вращается вокруг Амбер, стервозной популярной девушки, которая умирает от удара током. Ее не пустят на небеса, если она не поможет самой непопулярной в школе девушке, Лизе, стать королевой выпускного бала в течение недели. Но все пошло не так, как планировалось. Еще одна история о Золушке. В этом фильме Селена Гомес играет Мэри, а современная Золушка дополнена танцевальной обувью вместо хрустальной туфельки.
Эндрю Силли играет Джоуи, прекрасного принца, который ищет девушку своей мечты. Может ли Мэри быть ей? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!